Навертеть, я вам скажу, очень сильно. Когда у вас есть скелет парения, он очень универсальный. Мы нагнали пар, отработали параллельными, попеременными. Дальше идет работа сегментарная. Что такое сегментарная работа, скажет? Работа по сегментам, по зонам. По зонам, да? Правильно, что тут думаете? Отрабатываем зоны. Это уже идет более глубокий прогрев с нагнетанием пара и с припарками. Это вот прям закрепление. Отбил, махнул, припарил. Классика жанра. Поехали. С ногами мы, ну понятно, уже будем конкретно сейчас на примере отрабатывать. Зона припарок, икры, копчик, задняя поверхность бедра, поясница еще. И вот эта вся зона, можно выделить ее, все припарим. Припариваем с боков, центр спины. Вот это можно на два разделить. Центр спины некоторые забывают припаривать. Вот реально. Вот бока прошел, вот здесь плечи прошел, а центр забывает. Люди прям просят, как кришнаиты называют, вот здесь вот. Вот на Сереже покажем. Вот сюда. Называют точка сборки человека. Я не знаю почему, как матрица, знаете. Вот здесь точка сборки считается у них. И они ее, ну, ее надо пропарить, тоже хорошо. Точка сборки, вот. Вот точка сборки. Ну, и хочется иногда, чтобы тебя помяли там, особенно у мужчин, да. Это точка сборки, и надо не забывать пропаривать. И про бока не забывайте. Оттягивайте. Не надо там, вот здесь уже начинается работа творческого характера.